Я хочу обратиться не только к тем, кто здесь, но и тем, кто там, что мы все-таки, когда делали эту революцию гидности, мы ее делали не для Киева, Львова, Херсона, Миколаева, мы делали ее для Украины. Для того, чтобы в конце концов мы начали контролировать власть, для того, чтобы мы начали жить достойной жизнью, жизнью достойной человека. Для того, чтобы никогда не приходилось больше унижаться перед чиновником, гаишником, функционером, неважно перед кем. Потому что мы люди, мы украинцы, это должно звучать гордо. И потому сегодня, я думаю, мы все равно победим. Хотя бы потому, что при том, сколько было сказано не выходить сюда, а мы вышли. И потому, слава Украине! Николай Уголинка – это лидер профсоюза шахтеров Донбасса. Слава Украине! Двоих на расстрел. Один другому говорит: «Слышь, давай убежим». А второй говорит: «Слышь, а хуже не будет». В последнее время очень пугают всех, что придут бандеровцы, придут правый сектор. У меня мать, царство ей небесное, родом с Ивано-Франковской области. Отец, царство ему небесное, с Краснодарского края, станица Васюринская. И вот меня в детстве, ну во дворе, ну мы ж пацаны ж, дразнили бандеровцам. Я обижался, дрался. А теперь я понял, что я горжусь тем, что я украинец, что я бандеровец. Украина! 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 Вы знаете, мне 59. Вроде бы со стороны так посмотреть, ну уже инеем покрытый мужик. Все. Трое внуков у меня. И я. Тоже мне говорили: не лезь. Не высовывайся. Может, все утрясется. Где утрясется? У них не утрясется. Они уже переступили межу. Так вот, за своих детей, за своих внуков я буду идти впереди. Мне 59. Мы победим! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Донбассу! Слава! Вы знаете, вот больно и обидно, когда только это все начиналось, когда этот психоз только разворачивался, все же это можно было порешать быстро. Все. Но у нас, наши политики, я не говорю за местную власть. Местная власть 91-го года доила Донбасс и ставила нас на колени. И грабили. Ганьба! 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 Ганьба!
обидно и больно, когда сапоги чужой армии топчет наши государственные символы, когда киевские политики начинают заводить рака за камень, то ты знаешь, по-народному это да. Козлы по-шахтерской. Когда они начинают, надо договариваться, надо переговариваться, там уже оружие, все есть. Нам, патриотам Донбасса, Украины, сась! Нельзя! Донбасс не отдадим! Не вот этим киевским, которые хотели слить Донбасс. Не местным. Донбасс — это наша родина. Украина — это наша родина. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава!